Утро доброе. Утро доброе. 99.5 FM. Ну что ж, дорогие друзья, мы наконец-то все настроили. Мы готовы. Мы готовы. Готовы ли Таня Гуляева и Алекс Бент, узнаем прямо сейчас. Да. Здрасте. Здрасте, здрасте. Да, погромче, пожалуйста. Да, судя по всему, готовы. Вот сейчас точно вот. Готовы. Абсолютно. Еще можно погромче, то будет все хорошо. Отлично. Наконец-то мы вас услышали, прекрасный голос. Друзья, сегодня говорим, посвящаю вас о самолетах, о вертолетах и о полетах. Таня, вы летать боитесь, поскольку постоянно делаете, я так понимаю? Ну, я часто летаю. Так. На самом деле, я летать не боюсь. Я очень люблю передвигаться воздушным способом. Uh-huh. Единственное, что длинные полеты, они, конечно, утомительные, но я думаю, что длинные поездки, они тоже утомительные. И на поезде, и на автомобиле, и на автобусе тем более. Ребята, у нас в студии Алекс Бент, команда. Вот они-то точно недавно вернулись с курортов, отдохнувшим. А один человек говорит, летал. Давай, здравствуй. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алексей Молев меня зовут. Алексей, на какую должность вы претендуете? Должность? Отдохнувшего человека или саксофониста группы? Да, я и то, и другое. Но как, не страшно было? Хорошие у нас самолеты все-таки? Компании надежные? Компании нельзя называть. Нельзя. Тогда все хорошо, мне все понравилось. Тогда Аэрофлотом летал. Да нет, на самом деле все здорово. Единственное, просто большое время занимает. Да ладно, между самолетами. А сколько летел? Полетел недолго, просто долго ждал, а так. Понятно. Так, стыковки рейсов не сошлись. Хорошо, стыковки, друзья, да. Не об этом на самом деле мы здесь собрались. Говорить, наконец-то, у нас да все и не говорить, мы собрались. И мы, а вообще петь. Давайте. Новый проект, я так понимаю, Татьяна Гуляева и Алекс Бент. Расскажи немножко вкратце. Ну, как сказать новый? Новым сложно назвать. Мы просто в прошлом году летом, нам уже год в этом году, как мы совместно играем. Угу. С Алекс Бентом мы совместно начали работать над проектом Тани Гуляевой Private Collection, с которым я приходила к вам вдвоем, правда, с участником, с Александром Островским. А сегодня мы будем петь песни известные. Кавер-версии на известные композиции и Sting, и... Господи, и сразу забыла, кто еще, кроме Стинга. Ну, в общем, начнем-то мы со Стинга. Ну, давайте. Поехали. И по порядку. Прямой эфир, живой звук, начинаем. Ура, доброе утро, Every Breath You Take. Every smile you fake, every
blame you mistake. I'll be watching you. Эх, ваши аплодисменты, друзья! Вот это красота, вот этот звук. Стингу Гуляева, надо идти на покой. Алекс Бенд. Стингу на покой, это точно. Алекс Бенд, живой звук на 99.5 FM, главном городском радио. Ну что ж, давайте рассказывайте, что у вас в жизни происходит сейчас, как дела, какие планы на будущее. Ну, сразу тогда я скажу о ближайших планах. Это наш ближайший концерт, да, можно анонсировать? Да, конечно. 18 июля в Джем Престиже на Большой Покровке. Ждем всех. Начало концерта в 20 часов 30 минут. Мы будем очень рады петь для вас. Да, друзья, я вам скажу, не так давно я был на концерте с Аней Гуляевой. И вот эта уютная обстановка, романтика, голос. Это незабываемо. Это не стоит никаких денег. Идите смело. Ой, спасибо. Я бы тебе помог, да? Отлично. Друзья, но помимо концерта, что, наверное, ближе к осени уже будем такие планы могут ждать нижегородцы от вашего совместного тандема, союза? Вы знаете, мы постоянно обновляем наш репертуар, вот каких-то глобальных там фестивалей, если говорить о каких-то, ну, у нас пока не планируется, хотя мы уже этим летом выступили на двух городских фестивалях. Первый джазовый фестиваль проходил, по-моему, германский, да? Германский джазовый фестиваль. И второй, это был, да, и второй был тоже на площади Маркина, совсем недавно прошел. Это был день, господи, как же он назывался? Как он назывался, мужчина, подскажите. Ну, в общем, это тот день, когда все музыканты в многих городах Европы выходят все на площадку и поют песни. Это был день музыки. А, день музыки. Это очень сложное название, да? Забыла это слово, музыка. Друзья, nradio.info, заходите, видеотрансляцию включайте, это нужно смотреть, не только слушать. Несмотря на то, что сейчас Андрей Журавский будет читать новости, на это тоже можно посмотреть, это отдельная песня. Камера на меня не направлена. Все, да, товарищ музыкант. Посему любуемся, Таня Гуляева, Алекс Бент у нас в гостях в студии, прервемся на новости. Коротко и быстро просим Андрея Журавского. Обещаю. Утро добрым вам, уважаемые нижегородцы. И по пятницам мы стараемся немного открыть культурную страничку нашего утреннего шоу и зовем известных нижегородских музыкантов Татьяна Гуляева, Алекс Бенд прямо сейчас в студии. Здрасте. Привет, привет всем, кто присоединился к нам. Знаешь, доброе утро. Такой голос у тебя. Привет, товарищи. Я могу так, привет. Ой, слушай. А Таня так тихонечко, романтично. Мне кажется, вечером нужно приглашать. Слушай, объяви вот таким голосом лучше следующую композицию. А сейчас прозвучит композиция Street Life. Это была шутка. I still hang around, near the last no fun, hear the lonely sound of music in the night. Night are always bright, that's all that's left for me. Street life, street life. I
no place I can go. Street life, it's the only life I know. Street life, that is how I'm got to play. Street life, until you pay your life away. You let the people see just who you wanna be. And every night you shine just like a superstar. Аплодисменты, друзья! Могу сказать сразу, вот те, которые сейчас проходили по Большой Печерской, 33, у нас же там колонки висят на улице, останавливались, смотрели в наши светлые окна и немножко подтанцовывали. Молодцы, ребят, зажигайте. Татьяна Гуляева, Алекс Бэнд на главном городском радио, живой звук, и все можно увидеть на нашем сайте radio.info, заходите. Ребят, значит, смотрю, Алекс Бэнд, обращаюсь, смотрю на аватарку вашей группы, значит, написано «Джаз за еду» на картонке, да? Наверное, автор идеи был. Значит, «Джаз за еду». Потом, открываю другое объявление, правда, здесь дата не указана, но тем не менее, значит, джазовый коллектив, Алекс Бэнд готов представить вам бла-бла-бла, цена билета 100 рублей. Ребят, что-то все это мало. За еду 100 рублей. Когда гонорары-то будем собирать мешками? Делитесь эмоциями. Ну, гонорары мы в других местах собираем мешками. Серьезно, все-таки есть такое, да? Мы доступны для народа. Специально приходите, да. Ну, так, смотри, практически за кусочек пиццы. Обычно музыканты, когда становятся очень популярными, начинают менять, во-первых, свой райдер, потом свое поведение. Вы у нас как начинали, как стали звездами, одинаковые. В чем секрет? Да мы взрослые, мудрые люди просто на самом деле. Вот. Господин Абрамов самый веселый человек. Гуру, наставник, потому что смотрите, какие креативные идеи. Ну что, друзья, лето обещает июль. Нам синоптики сказали, что за 100 миллионов рублей купят себе новое оборудование. Июль будет точно жарким, уже прогнозы строят. Вы где отдыхать любите? Я, конечно, может быть, глупый вопрос задам, но вы хоть раз посещаете разрешенные места в Нижегородской области купания? А что, у нас есть такие? Ну, давайте я по-другому. На сайте МЧС говорится, что есть. 56 штук. Понятно. Ладно, оставим Нижегородскую область. Я понял, где за рубежом хорошо нынче. В Египте плохо, в Турции плохо, оказывается, теперь. Я-то вот подумываю в Австралию слетать. Там говорят, хорошо. Тань, ты угадала. Да? Австралия в этом году признана самой счастливой страной мира. Так вот, я-то в курсе, я-то слушаю на радио, ребят. Вы часто это обсуждаете. Вот в чем секрет. Я-то думал, что больше к экологии, здоровое питание. Там же половина вегетарианцев австралийцев. Там очень много улыбок, там люди улыбаются. А еще там солнца много. И солнца много. Друзья, а теперь солнечная, это, например, композиция. Да. Just the way you are будет она называться. Мы все поняли. Начинаем. Поехали. Ливера, Ром. Ром, работай. Работай, Ром. Эй. Mm-hmm.
always have my unspoken passion. I thought I might not see it together. I don't want a clipper, the conversation. I never want to work the hard. Oh, I just want someone that I can talk to. I want you just. The symbol, someone that I knew. What will it take till you believe in me? That way that I believe in you. I said I love you, and that's forever. And this I promise from the heart. Oh yeah, yeah, I could not love you any better. Аплодисменты, друзья. Ах, даже микрофон. Вот так работает. Вот, много тепла, музыки, романтики у нас на главном городском на 99.5 FM. Да, ты знаешь, я сейчас почувствовал, что я на каком-то лайнере. Как минимум на Карибах. Я не знаю, когда я слышу саксофон, у меня сразу идет расслабление. А когда ты слышишь Таню Гуляеву, то что? А когда я слышу Таню Гуляеву, я тебе не скажу в прямом эфире. Вот сейчас смотри, вот осталось 4 минуты практически, я за эфиром выйду и скажу тебе откровенно всем. Друзья, ну, осталось мало времени, будем заниматься болтологией, значит, главная задача пригласить нижегородцев куда еще раз? Так, еще раз, друзья, приглашаем вас 18 июля, это уже совсем скоро, в Джем Престиж на Большую Покровку, джазовый клуб. Мы будем исполнять для вас самые-самые жаркие летние хиты в джазовых вариантах. Ну, а сейчас предлагаю какую-нибудь такую жахнем. Да? Жахнем, Staying Alive, жахнем. Поехали. Останемся в живых, так сказать. Останемся? Останемся, с нами-то не пропадете. А давайте попробуем. Staying alive.
Максим Рыбаков, бас-гитара. Егор Провилов, барабаны. Вадим Абрамов у нас играет на клавишах. Отлично, виртуозно. Алексей Молев, саксофон. Таня Гуляева, вокал. Мы все вместе, Алекс Бан Плюс, Таня Гуляева, приветствую вас! Желаем отличного дня, отличного настроения! Ваши аплодисменты, друзья. Алекс Бен, Татьяна Гуляева. Все, друзья, остается несколько секунд. Подводим быстро итоги нашего опроса. Знаете, и это радует. 40% наших опрошенных ответили на вопрос, боитесь ли летать в самолетах. Нет, не испытываю никакого страха перед полетом. Совершаю в любом направлении рывки. Но, тем не менее, почти 30% также сказали, летать не боюсь, боюсь упасть. Рано или поздно такое случается. Не бойтесь и живите счастливо. Спасибо вам, что пришли, заглянули спасибо к нам вам на огонек. Отличного дня, до новых встреч. Пока. Ждем вас на наш концерт. Хорошей музыки. Ну что ж, Ким Гордеев уже практически у нас Все, в студии. Готов пробки. Принять смену.